На 16-м километре трассы Хабаровск-Владивосток под колесами Nissan Liberty погибла женщина 89-го года рождения. Сбивший пешехода водитель минивэна возвращался домой с рабочей смены. 39-летний мужчина ехал со стороны поселка Сосновка по второму ряду со скоростью около 60 км в час. По рассказу автолюбителя, приближаясь к зебре, он увидел остановившийся у перехода попутный внедорожник. Водитель Liberty не придал этому значения и поехал дальше. Женщина переходила дорогу справа налево по ходу движения Nissan. Сцена и автомобилист с 20-летним дорожным стажем ее попросту не заметил. Пострадавшую отбросило на обочину встречной полосы. Водитель минивэна сразу остановился и подбежал к окровавленной женщине. Оказать помощь лежащей на земле пытались и очевидцы. Пульс у пострадавшей не прощупывался. Роль врачей на этом вызове свелась к констатации гибели человека. Вскоре к месту трагедии прибыли полицейские и близкие умершей. Одна из родственниц была настолько шокирована утратой, что женщине самой потребовалась медицинская помощь. Сельчанка попала под машину неподалеку от дачного домика, в котором жила вместе с семьей. Он находится с той стороны дороги, откуда женщина начала свой путь. Следователи разыскивают водителя внедорожника, который стал очевидцем трагедии, и других ее свидетелей. С места происшествия Денис Коршунов, Юлия Зима и Павел Рогатин.